Проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях Рязани будет решена до конца текущего года. Об этом сегодня заявил Олег Ковалев в ходе рабочей поездки по детским садам областного центра. Два из них должны полностью преобразиться. Так, в детском саду номер 2 на улице Урицкого сейчас идет реконструкция. Главная цель строителей и проектировщиков – увеличить площадь дошкольного учреждения, а, соответственно, и вместимость. Сделано это будет за счет пристройки к основному зданию. До начала учебного года здесь появится сразу несколько дополнительных групп – спортивный зал и бассейн. Аналогичная работы сейчас идут и в детском саду номер 123 на улице Гагарина. Сейчас там возводят третий дополнительный этаж. Также Олег Ковалев сегодня побывал на стройке нового детского сада в районе Братиславской. И планируется, что он примет воспитанников уже в конце текущего года. Мы получили 2 транша из федерального бюджета, плюс дали свои деньги, город свои деньги. И только по городу у нас будет введено более 600 мест новых в детских дошкольных учреждениях вот к концу года. Это новых, значит, так. Поэтому мы можем говорить о том, что проблема в целом будет снята.